Үммит үтүү күннен күндүк рәчтербит эхиги бууча Кускай бирини көрөгөт бүгүнгүтэ харыбытыгар Валерий Ильич Кузьмин атынан Чукускайдагы 30 номердагы школага ылчыттыкпыт. Бия скулаутыгар тагынча аттыгүздөн такка ого үйрөнөр, эки сменадан үйрөнөбүт. Улхана скула болор, Коракка. Арас национальностьтагы болор үйрөнөлөр. Онна Ототоса школа Валерий Ильич Кузьмин атын сүгерінен хевестен беге мамына авиационно-технический профильлях кластер дақпыт. Онус кластер, он 11 кластер. Білген бірді ол параллелерге бірді класс авиационно-технический ден. Кенелер ураталара ден авиационно-технический училища баранлар әбей беренелер. Самолет из Тургун, Сколбегер, физика в авиации, один предмет тахтар отдельно. Ну там математика, физика, то уксун поиска то углубление лаборатор. На познание человека, один любителей тохтулар. Из структурн вертеллер не выкрудок. Он на эти кенну класс тахпут. Эки аллаата Бухаясханнан Малая авиационная академия ден тергеммит үлдихичебит. Гагаринской округка үсу скола бар. Беге направление вот именно авиационно-технической, отутус скола кене. Отутахсыз скола бар, атты бутыгар, кенелер тыл өттүгер профильный ахтар, улухан кластер профильное обучение. Он говорит, что это школа социально-экономический профиль. Беге микрорайон Мутугар, то дворец культуры имени Гагарина бар, Гагаринской округ Лилегер, авиационно-технический колледж, аэропорт, ну, Якутск. Полярные авиалинии бегни катания договор тюрсвиттере, он на библиотека созвездия Дембар. Обсайнам был Гагаринской округ кластер, образовательный кластер Дентери Биппит. И те телетелер катта бардан барларын катта манна тюмсэммит, хайдах үлелек көхэбэй ханна кайасханна демит, ну, толку даму таннук. Малая авиационная академия ден Улуханбай тух аттах, Хайсхалах проект улетен он на раз конкурс торговалар, стюардессалар конкурс тара ден халайволар, профессионально бәлерин блуналларын тугар олар бәлерин хайсхаларын булалар тугар профессионально раз конкурс торговалар, он на Беге ол Валерий Ильич Кузьмин атын сүгәрбе бүгітінен беге Кузьминский чтениеден ұтапт. Осколалар, отутақсыз та осколаға именно біле деловой английский ден еме конкурс болар. Вот. Беге Кузьминский чтение тұғынан кәпсер болақпына беге скола уже беге сылын ұттывыт. Улахан масштабный мероприятие болар. Бастан осколы уровень тагалапт. Онтон ровно Валерий Ильич Кузьмин сюссаган толбута. Толар сылыгар тох муниципальный уровень нах научно-практической конференции на ИППТ. Улахан масштабный улебар бутан на тох Валерий Ильич Кузьмин бәті өліхметтен дөрттәқ болын өліхмет земляческоларын привлекайда апыт. Онна арас әйгеттен ученайдар жюри составығар керен өлілілер. Икі сыл бұтығар болуына, ол үй сыл бұтығар кем Вера Кирилловна Захарова денеме бастыкы летчик жақтар сақыларттан кене атынан ұйпыппыт. Онтон бұл бетеге қылларға ковид мәгінде
дистанционно это хочет на габли улха масштабной бабов батах дистанционные мероприятия. Окна марен традиционной беги осколы вот и нам бараш конференция была. Был беги осколы вот беген састах юбилейн толар. Ол черчитнен беха раз кайсқалақ үлі бара тұрыр. Ол беген састақ юбилей бітер білімнен әмміт фотокаллаж курдук білемнелер, манна медиа студия лақпыт. Осколығынен осколығы олары мероприятия айы кенелер қартысқа түйерелер бардын. Та мероприятия да бол баққа обычный манна күннерге даны ғанчаннар дүйәртілдер. Ол түмігінен ұяй журнал тақсыр. Серебряные крылья ден журнал лақпыт. Олар бәлірі фотокаллаж курдук. Он ағаяқ кейттенше интервьюланнарын журналларын егер келдерілдер. Үшталттан ду, ұғыттан ду. Ол онның материал күнайы қомылды тұрар. Ол еген юбилей бітігір ұлықын фотокаллаж курдук, фотоальбом таққары болып. Үшталлар үлелерін түмен, именно методическая разработка ларын тюмен. Уроктар, бәлерін, үлелергер тух, немалары тутталлары, неген. Ол сборник статей ұлғаджар. Оннан тон ұлғын Кузьминский чтение ден конференция бұтын ұлғын масштаб тақты кетір бұл. Бұл бейін юбилей, ұсколы бұт бейін сағын юбилей, онна Валерий Ильич Кузьмин сүз бес сағын толықтақ. Ол екке датаға ұнық мероприятие болықтақ. Олимпиадалар ғықыттыр одаренный оларды ақпыт. Сылайы муниципальный этапқа бастыр олар әлбәні әлілер. Ол күнен баран маңық ұғылычы олар балдыр. Например, Калашников Андрей ден. Бұйыл 11 склағы бітарихтақ. Кені арас қайысқанның разносторонней баяуы. Гукасова Аделина ден. Олимпиадница вот бар. Кене бұйыл қорадары тағымын бол баққа республика тағымығар бастан, екі предметке бастады. Литератураға, онына мировая художественная культура. Онан кене Россия уровеніңер білген баран қыттықтақ. Тынник оғылар бұт әлбәқтер, научно-практическая конференция кіттір оғылар балылар, шаг будущее, науки, юноши питают, ол Кузьминское чтение өтігер кіттір оғылар, ғылтан ғылай докладтырын тұпсанығар. Сыл түмігінен беге классный руководителдер кіттір өлілі әммет, кенілерге тұх, маңық осқолы бұтығынен әммет оқ тәрибіп біт. Удостоверение лах, он на значок тах. Үрінкөмі значок, серебряные крылья еден. Үріқтерігер әді хейлях оғырғы сыл түмігінен торжественный линейкаға тұттарылыр. Удостоверение лах, он түгейгер атағуыла, қасылаққай ол бәле значогын ұлбытын туайыр. Удостоверение лақ болыр. Тағары лақ, үлелеақ, үшталлар, үлелеген жалылар. Онтан бендестері Невзорова Людмила Алексеевна, математика үшталы болыр. Кене методическое объединение руководительнен үлелеа біта қастығыл болы. Олар ибат. Математика бұд объединение тұгар әдер үшталлар балылар. Оларға нар күйіскімі сөбәмі бері әдзір, көрдірілі әқұштал болар. Сөбір көрдірілі әқұштал бұд еті Гукасова Аделина тұғынан көпсәвітімді қысты олимпиадаға бастаты. Кенені ұғуян қысты ғылы бұға 5 класстың білімнен әннік түмікке тейдіқтіреді, үшіге түмікке. Базарова Туяна Бадмайына. Но учитала, но на литературу это учитала. Богу, но без класса там были мне,
үшіге сетейге дейінділер. Беге асколабыты егер қаста методическая бедейіне өлелер. Сылайы әдер кәлбет үшталлар бұтығар наставник анығыт. Опытны үшталлардан. Обязательно састақ кейден бол батақ. Опыттақ, көрдерілі үшталлар наставник болалар. Үсі асколабыты егер егенен Феникстен объединение молодых учителей үлелер. Лебетер әтті ағысыл болды балалақ. Раз мероприятиялары талар, неделя молодых учителейден осколовы дегенен ағар. Хорор, дне открытых дверей ден дәребет. Онны кем бағар келен күттін сөп. Ол неделелерге білімді не бе болар. Әдер үшталылар открытый уроктары, внеклассные мероприятиялары білімнелілер. Оны сөбема болатшылар, ары опыттақ үшталылар бітіме мастер-класс көрдірілілер. Оны методической тағымынарын үрдетелілер. Ол методической неделелер өйті. В следующем году, в сентябре месяце или в октябре месяце, мы будем отмечать 50-летие нашей школы. Соответственно, школа была открыта, приняла первых своих учеников в 1975 году. В тот год пришли ребята в 10 класс. Большая часть детей – это были учащиеся 24-й школы, которая по соседству с нами. Наша школа была открыта по инициативе нашего первого летчика Якута Кузьмина, Валерия Ильича Кузьмина. В то время он возглавлял якутский авиаотряд. И здесь старожилы города, наверное, помнят. Это был поселок, который был привязан к якутскому авиапорту. Работники авиапорта проживали в большей части здесь. Здесь обучались их дети. И школа была очень нужна для детей. Построена школа была по типовому проекту. Вы, наверное, видите, что она такая же, как 21-я школа, как 23-я школа. Вот. Через несколько лет ей было присвоено... Ну, первоначально это была школа номер 30. А через некоторое время ей присвоили и имя Валерия Ильича Кузьмина. В нашей школе обучается сегодня, она очень переполнена, обучается больше, чем 1700 учащихся. Достаточно большая школа. Своим достижением в коллективе, у нас хороший дружный коллектив. Есть ветераны труда, которые работают много-много лет. Есть молодые учителя, которые пришли. Самое главное, у нас есть учителя, которые были выпускниками этой школы, которые пришли в первый класс, отучились до 11 класса, поступили и вернулись к нам в коллектив. Мы очень гордимся этими учителями. В нашей школе, ну, как вы, я уже сказала, мы тесно работаем с авиапредприятием. Шефы, в далекие времена они были нашими шефами, да, тогда же было шефское движение, каждая школа имела своих шефов, каждое предприятие было шефом какой-то школы. И авиапредприятие нам очень сильно помогало. Мы работали совместно с ними, потом еще и училище с нами было, их студенты к нам приходили, наши ученики поступали в это училище, обучались там. А по линии этого училища к нам приезжали с институтов гражданской авиации. И здесь, на базе нашей школы проходили вступительные экзамены. Наши ученики поступали в авиационные заведения. Да? Ну, в основном это было Рижское училище, это в основном было Киевское училище. И училище расположено, среднеспециальное заведение, училище, которое не давали высшего образования, но летное. Тоже был набор. И поэтому наших выпускников очень много работало в авиапредприятии. У нас проходит сейчас, вот сейчас мы в нашем микрорайоне
стараемся объединиться с соседними школами. Это 24-я школа, 38-я школа. У нас здесь вот есть стерх, да, спортивный клуб стерх, куда ходят наши ученики. Новый бассейн построили, да, комплекс, который тоже, мы надеемся, будем с ними сотрудничать. У нас в микрорайоне библиотека, с которой мы сотрудничаем. Приходят к нам из библиотеки с различными своими проектами, рассказами. Наши ученики ходят в библиотеку и там проводят мероприятия различные. Наша школа за эти 50 лет выпустила много учащихся, закончивших школу с золотой медалью, серебряной медалью. Среди наших выпускников есть не только летчики, инженера гражданской авиации, но у нас есть и врачи, учителя, инженера. Сейчас мы, конечно, стараемся снова возродить связь с авиационными предприятиями, но, тем не менее, не забываем и другие отрасли хозяйства. На базе нашей школы начинался музей авиации. Была очень богатая экспозиция. У нас была музейная группа, состоящая из наших учеников. Возглавляла ее Личман Галина Николаевна, учитель истории. Вот. Потом с реорганизацией некоторой этот музей перешел в авиаотряд. В авиаотряде тоже как-то место не совсем нашлось. И сейчас этот музей располагается в ДК Гагарина, в новом здании, и там продолжает. Конечно, мы мечтали, чтобы этот музей остался у нас. Это был очень хороший музей. Здесь была у нас музейная группа, которая рассказывала, принимала не только наших учеников, не только учащихся училища, но приезжали к нам ученики из других школ города, с республики приезжали с экскурсиями, вот именно посмотреть, как работает этот музей, какие там экспонаты. Большая экспозиция была посвященная трассе Аляска-Сибирь военному времени, да. То наставничество, оно всегда было, хоть и не было такого громкого названия «Год наставничества», но наставники у нас всегда работали. Они, может быть, работали негласно. Наставничество – это же не значит, что только я хожу вот с этим преподавателем, там, помогая ему. Даже просто разговор какой-то по душам в учительской или где-то в кабинете – это тоже своего рода наставничество. Поэтому наши учителя, опытные учителя, которые проработали не один год в школе, всегда помогают молодым. Вот я еще раз хочу повторить, не зря, наверное, к нам вернулись наши выпускники и работают здесь, не переходя. Вот как пришли в один день сюда в школу, так и работают здесь. Конечно, вот получается, в свое время точно так же пришла сюда я работать. Я пришла сюда работать, будучи студенткой еще университета, 5-го курса на выпускном. В хороший день такой, 7 марта, моя началась работа в этой школе в праздничный день. Так она у меня и запомнилась. Праздничным днем начала работы. И отсюда никуда мне не хотелось уходить. Хотя жила я далеко от школы, от этой. Но оценивая работу в коллективе, взаимоотношения в коллективе, отношения администрации к работникам школы, уходить никуда не хотелось. Ну и сейчас я уже работаю здесь и не думаю о том, чтобы поменять место работы. Хоть так и остаюсь жить далековато от школы, не здесь, в микрорайоне. Вот так. Ого, тем сюдин, манна калех патенла, мухана алабуты, бэм салай бэтэм атанами алты сала болар, оларым наха кэхтэхтэр, уэрэллэр, кэтэллэр, тану. Тух бар тарэхэнэ сколага бхигэнэ хо хатаммат, яхкахэп. Антон Бубилигин, Бихеха Саскаль, Битинен, Каргиттер, Кюрахтере, Воланере, Красавс Салар, Мисс Весна Китхинча Юрбеус, Онна Этна Краса Китхинча Юрбеус, Хетти Саксас Кластерга, Токсус Онус Омбирис Кластерга, Антон Бейс Алтас Кластерга, Воллагади Бихе, Сестра Милосердия Ден, Кюрах Бо, Суббота Абола Артура, 4 марта, Яхка. Аспут, Феврали, Яхка, да? Февралига, Бихеха, Битва Титанов, Тен Улаттарга, Анан Болла, 23 февраля один был, где
Ага. То бит вот итана бьеха обигалер оньюларан нучалы толбастамут онгорн тахарбы путьяка. Совет старшеклассников сеттистен кэрам баравут бэйвит. Ахсыстан набор болар 11-стер гэдлы. Онтон ол совет старшеклассников на нарэбе пэт, совет старшеклассников бэйте салаян добровольческий отряд тахтар. Президент бэйте салаяр, отряд тимуровцев тен. Ол хамсахынга бэйстен 11 класс гэдлы оғлар эмэ баалар. Бәлірі акция бөгіті үркітталар, жаңынаманны бар бұттары кәлбіттерері бар. Соны оң бөгілері. Тәрәхінірі табытті. Тәрәхінірі табыт, онна ұжы бәбіт көрібіт. Кем қайдақ көқтәк, түхі көқтәктерін, түхі кемнайдарын, туғыналарын. Оныттан ол оны көрімбіт бәбітігер ұжы постепенна. Вербуйдан деққада қоуен керім бар бұт. Тон бағалақтар бары керелдер, бие кемеқада каста баппыт, кастыгенден тәрейбәппіт. Тон оғылар иллен кемдерін атаралары гарса, мүй үшігей болары болар менсана бар. Олысы дейін хатан аттараллар, де кенелер күрдік тайм менеджмені бөлер жандар хоқтара ола деққада. Сколарығар ерененлер үспейдан бір күржоқа, жан текес күржоқа та бейхидағаны оғылару олық қары күс бүтінен бұ батчаға бар болықта тох бу бүгүн болар бияка муньякпыт, он на бетин сагамия болар муньякпыт. Неделя кида хаянда мустах тахпыт, бахарек тахпыт, он оттан неделя тим бүгүнен кандыгара тарахнит гытабыт. Эдер учталар мустулар гар бияка тон саңаттан саңа кихи кара нехер, кемера тахса нехер, сахара тан дияккада. Не навсегда эти варта, оны олганам барам була бихеттан, наха элбэк бол батахпыт, олганам ман агаяк дебеккен. Уантан таққа кихит бар. Үлейі қамсыр, арас күріқтерге, семинардарға баралар, туристическі слеттарға баралар. Бұл профсоюз бұдагараме үлелігілдер тәңе тұн тұғ барынан, тұғ күйіқ барынан, біреме аттарынан әме тұн бігі қасырдаттан кейхәңгілі үлелігі жанар боламыд, кем босқа біреме боларынан үлелігі. Оғылыр күтті үлелігі бігі студиян әрдіқпілеттен бар Қатан үлілі әбәтім әбіті олылар, оғылыры үлілі әбәтім әбіті олылар, басы қанды үлілі кәлем қоғады дек қады. Әлбәк үлілі әбәт оғылыры күтті қатан. Мен ғана бар педагог әті призванеген самай сөптілілер. Оғылыры күтті қатан үлілен, сатан түмен, салайян, сөп сөбе берен, оны мейхатық қанады. Хайын айы лағыр бар мұнда оғылыр мұсталылар. Оғылар үлелігілер, үшталылар күтті үшталылар, бағалақ үшталылар, қаладынлар оғылар күтті салғы үлелігілер, әбәтерін тұрыттан бағатайдарын ғырауыт, онында мұнда келендерінге үлелігілер сайын үлелігілерін оғылар тарылар.